Люблю я свой родной поселок, этих людей, кто здесь живет. И как бы ни был путь мой долог, тропа ведет меня домой. Несмотря на то, что большинство групп в дошкольных учреждениях МИАСа закрыты из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, воспитатели детсада 101 из группы «Дельфинчик» продолжают работать с ребятами в режиме онлайн. Каждую неделю разная тема. Воспитатели читают детям сказки по видеосвязи, совместно они разгадывают загадки, ребусы и даже делают вместе утреннюю зарядку. А совсем недавно была тема недели «Наш родной поселок строителей». Получился вот такой видеоролик, в котором запечатлен каждый уголок и названа каждая улица. Ребята из окон своего дома могли сфотографировать дворы, прогуляться по поселку, сфотографироваться у достопримечательностей. Большое спасибо нашим родителям, которые оказывают большую помощь и поддержку нам.